Уважаемые зрители, находимся снова из этого злополучного здания СБУ и этой многоэтажки. Опять подверглось это место минометному обстрелу буквально вот совсем недавно. Вот горит дом. Как нам к нему попасть, правда, не ясно. Снова попаданий несколько. Естественно, в СБУ значительно сложнее попасть. Ну, вон оно горит. Попробуем обойти. Едет пожарная. Тоже. Вот попали в дом. Пожарные в касках тоже уже какие есть. Вот еще. Пытаются потушить люди. Да, это ваш дом, да, получается? Это когда попали, минут, получается, 15 назад, что-то последний, да? Нет, уже минут 40, когда пожарные второй раз уже приезжают, у них вода заканчивалась. Тут еще разбили, это, получается, где-то рядом, что? Да? Где-то рядом, получается, да? Во дворе вон. Так, дом, вот сначала в дом выстрелили опять, теперь у нас с той стороны все поразбивало у нас там. Стекла все повыбивало. Хоть все живы? Все живы. Ну, слава богу. Но в этом доме никого не было. Уехали люди, да, получается? Не, на работе человек, я его позвонил, вызвал, вот он приезжал, открылся пожар, нас на двери подбивал. Понятно. Минометный, да, свист был. А? Свист был откуда-то с комрода, да, получается? Откуда-то оттуда стреляет. Потому что первый выстрел, вот они, вниз, где, вот, выбили. То было раньше, а вот это внизу сначала, куда стреляли? Ну, я знаю. Вот, ну, какое мнение может быть о Порошенко? Ну, он говорит, это не он, это ополченцы. Ну, это понятно, сами. Не он, да. Получается, это мы сами себя стреляем. Тоже. А куда мы? Мы не сбегаем, мы здесь. Будете даже после этого обстрела будете оставаться. Куда нам бежать? Мы здесь живем.